Праздник семьи, любви и верности – популярная дата для официальной регистрации брака. Молодожены верят, святые Петр и Феврония обязательно сберегут такой союз на долгие годы. Ведь день памяти двух влюбленных святых и послужил поводом для создания праздника семьи, любви и верности. Священный союз Петра и Февронии считается эталоном истинной безусловной любви, к которой стремится каждый, вступая в брак. Сегодня торговый городок стал одной из площадок для празднования. На мероприятии 8 рязанских пар официально скрепили свой союз в торжественной обстановке. Мы признаем этот праздник в семье, всегда его отмечаем. Это наш семейный, так сказать, праздник. И в этот день, как один из обычаев, собирать ромашки. Поэтому, собственно, мы с букетом ромашек. Вместе год. Ну, наверное, давно было пора жениться. Потому что семья – это важно. Мы вместе 3 года, и за эти 3 года мы прошли очень много трудностей и решили скрепить наш союз хотя бы 8 числа и 8 июля в этот день, чтобы притянуть удачу нашей семье. На празднике также наградили рязанские семьи, которые в браке более 50 лет. Им вручили медали за любовь и верность. Сегодня в торговом городке и те, кто пришел поздравить молодые пары, и семьи, где уже отпраздновали изумрудную свадьбу. Наша съемочная группа выяснила у гостей мероприятия, какими качествами должен обладать крепкий союз. Прежде всего, уважение в семье друг к другу, уступать друг другу, любить, ценить, уважать. Это самое главное качество в семье. Любовь, я считаю, прежде всего, любовь. Да, и верность, иначе просто не проживешь долго вместе. Взаимопонимание, ну и общие интересы. Уметь прощать. Жить в согласии, уступать. Взаимопонимание, уважать интересы друг друга. Ну, любовь в первую очередь. День семьи, любви и верности широко празднуют в нашем регионе с 2008 года. За 16 лет медалью за любовь и верность награждены 960 супружеских пар. В этом году награду вручили еще 70 семейным парам. А сам праздник отметили во всех районах области. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».